Полиция начала еще одно уголовное преследование в отношении звезды компании, которая в рамках капитального ремонта занималась заменой лифтов при ангаре. 105 подъемников было установлено в Ангарске, но большинство из них до сих пор не введено в эксплуатацию официально. На этот раз уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц компании «Звезда» по фактам ограничения конкуренции и мошенничества в особо крупном размере. Установлено, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью «Звезда» в нарушение требований действующего законодательства заключили с хозяйствующими субъектами Щербинский лифтостроительный завод и Мосрегионлифт, являющиеся конкурентами при проведении аукционов, ограничивающие конкуренцию соглашения «Картель». В результате общество с ограниченной ответственностью «Звезда» неправомерно добилась победы в аукционах по ремонту, замене лифтового оборудования. Тем самым получила доход в размере 558 миллионов рублей.